Всем привет! В этом видео апгрейд ноутбука Lenovo. Lenovo Legion 530. Буду устанавливать вот этот вот M2 SSD диск SmartBuy. В двух словах, почему именно SmartBuy? Прежде всего, на данный момент это один из самых дешевых M2 дисков с интерфейсом NVMe. Во-вторых, в нем установлена флеш-память Toshiba. Как известно, Toshiba — это один из лидеров производства флеш-памяти. Ну и в-третьих, здесь установлен новый контроллер Hisun 13T. Чем это хорошо, можно почитать в интернете. Весь процесс разборки и установки диска перенесу в конец этого видео, но это для тех, кто сомневается, как сделать это самостоятельно. А сейчас сразу перейду к тестам уже установленного диска. Скорость замерял кристалл диском со стандартными параметрами, 5 проходов по 1 гигабайту. Процесс многократно ускорил для лучшего восприятия. И такие вот имеем результаты скорости для чистого диска. Чтение почти 2000, запись 540. После скорости измерил температуру. Все тем же кристалл диском получилось 30 градусов. И это после 5-минутного теста на скорость. Сразу после переноса системы еще раз замерил скорости диска с параллельным замером температуры и результаты на экране. Примечательно, что сразу после окончания замера температура диска с 59 градусов резко изменилась на 49, а скорость заполненного диска осталась такая же, как и на пустом. Ну и как результат работы измеряем скорость загрузки Windows, ожидаем до момента, пока перестанет вращаться вокруг курсора загрузка. Система была установлена где-то 9 месяцев назад, поэтому за этот период она обросла всем, чем должна была бы обрасти, поэтому загрузка системы не будет такой быстрой, как бы загружался только что установленный Windows, но тем и лучше для конечного показательного результата. Для информации, параметры системы: i5, 8 гигабайт оперативки и GTX 1050. Итак, все готово, загрузка вокруг курсора остановилась. Результат вполне себе приемлемый, 27 секунд. Начинаем разборку ноутбука с выкручивания 11 винтов с обратной стороны. Сразу обратите внимание, что винты имеют две длины, это будет важно при сборке. С помощью медиатора или пластиковой карты аккуратно проходимся по стыку, срывая все защелки. Лучше это делать в последовательности, как на видео. Больших усилий прилагать не нужно, все должно происходить естественно. Лично я укладываю на стол при разборке лист пенопластовой подложки для ламината. Это поможет защитить ноутбук от повреждений и лишних царапин. Перед установкой накопителя сперва обязательно нужно отключить батарею для предотвращения возможных коротких замыканий. Винт М2 уже был установлен производителем, в комплекте с накопителем винта не было. Конечно, при отсутствии винта установку лучше не продолжать. Вставляем накопитель до характерного щелчка и закрепляем винтом. Не забываем обратно подключить батарею и продолжаем сборку в обратном порядке. Дальше вкратце расскажу о настройке, но хочу предупредить, что без минимальных знаний компьютера эта работа может оказаться не по силам. Итак, включаем компьютер. Установленный диск уже должен определиться в диспетчере устройств, но в папке «Мой компьютер» его еще не будет. Дальше с помощью любой программы для обслуживания жестких дисков, лично я использую бесплатную версию EASUS Partition Master, форматируем вновь установленный накопитель в формат NTFS, делаем диск логическим, присваиваем ему имя в виде буквы. В результате, после сохранения настроек и перезагрузки компьютера, диск должен появиться в папке «Мой компьютер» наравне с другими уже установленными дисками, и уже можно приступать к переносу системы на этот диск. Для переноса системы использовал, наверное, самую популярную и самую простую программу AMA Backupper с наглядным и интуитивно понятным интерфейсом. Весь процесс переноса клонирования занял по времени где-то более 20 минут. Объем переносимой информации был более 75 гигабайт. И за это время диск нагревался до 60 градусов, но это уже видели при тесте скорости. Теперь только остается в BIOS'е изменить диск загрузки операционной системы. Выбираем BIOS Setup, переходим на вкладку Boot. Идем в раздел Legacy, и здесь нужно диск М2 переместить в верхнюю строку. Нажимаем F10 для сохранения и перезагрузки, и уже компьютер загрузится с нового диска М2. На этом у меня все. Жмите лайк, если видео было полезным и вам понравилось. Спасибо всем за просмотр и всем пока-пока.